Доброе утро. Доброе утро. Васен, ты что, из самолета, что ли, прям? Нет. Приятного аппетита. Спасибо. Яичница, авокадо, сыр и хлеб, да? Вот это завтрак нормальный, да? По нормальной схеме. Воскресный. Хлебом макать надо, не сырым, если. Мне так тоже нравится. Так? Ну ладно, все, кушай. Тебе вам тоже приятного аппетита. Приятного аппетита, мама. Спасибо. Пожалуйста. Папина яичница. Да. Ама? Попробуй, не знаю. Ножичком надо, ножичком. Что бы ты готовил? А мне никаких ножичков не надо. Утятки, куда вы? Куда вы? Как дела, Васян? Хорошо. А у тебя мир? Нормально. Что за парк ты, мир, знаешь? Да. Какой? Парк Горького. Ты, Васян, знаешь, что за парк? Парк Горького. Яу! Что, готова? Земля в иллюминаторе. Ну так, ты будешь впереди. Нет, вперед. Да. Danger. Так, следующий у нас тут отправляется в путешествие, да, Васян? Да? Готова? Васян доросла, да? Вот мы катались. А то все мира до мира кататься. А вот мира на таких же у нас кататься, когда Васяна уже родилась. Да. Около 4 лет. Васяна. Что, тебе понравилось? Да. Качелька? Огонь? Да. Слава богу. Что-то новенькое, да, я попробовала. Чё, как дела, Васян? Я нашла! Чё, у вас сейчас гусеница ещё? Родельбан местный. Чё, как иди, расскажи. Очень здорово! Заставили меня тут, сопровождаться с вами. А? Да. Да. Не боишься? Сейчас дальше будет прикольно.
паровозик, маленький бегу, себе бегу. Посветаем по белому, друзей себе найду. Здравствуй, белая ромашка, отпустили мы букашку. Это... поручик какой-то. Звезды, лентяйки, звезды такие у нас. Чего? Ленищи. У них ведь уж неделю выходной. Давай сейчас. А у кого-то уже и год выходной, да? Какой год? А у кого-то 8 лет выходной. Как морсик? Вкусно. Вкусно? Или кисло? Отлично. Трубочки подходящие, да, Вася? Это маленькие. Непрямые, как обычно. Да, они могут сгибаться. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Что такое, Васян? Не помнишь? Это мир, что? Равиоли, по-моему. Равиоли. А я как сказала, равиоли, да? Угу. Равиоли. С трапезрики. Вкусно ли? Угу. Трава-то есть внутри вообще, да? Да. С сырочком, да, да? А у тебя тоже равиоли? Только взрослые. Да ты что, не зря нам зрители все говорят, как бы, ножик ей дайте, ножик. А мы говорим, руками нормально. В ресторанах нельзя. А дома можно, да? Да это и не ресторан, а кафешка, мне кажется. Мне так хорошо. Например, как красиво. Да. Вон там родственники, Васян, видишь? Отдыхание. Вот родственники. Отдыхание. Плаваю. Они там что-то поджирают, что-то там. Привет. Какие, да? Угу. Лебедятки. Сюда, сюда, сюда. Они жрать ждут. А помните, в изумрудно-черном доме... Ой, лебедей видели, пап? Не в изумрудном. Мы с тобой были в этом, как его, в шатках тогда на сборах. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду. Куда тебя я приведу? Маму стирай. Маму каким вдруг? Поплавок, да, Вася? А на лапках у них бирочки специальные, чтобы они их, наверное, отслеживали. Интересно, плавают. На велосипеде, да? Да.
гребем на катамаране. Папа, ну что ты делаешь? Сейчас видео снимаю. Ох, родственнички. В ногах сидят, да, Мир? Да, Мирок? Видел, как лебеди в ногах сидят? Скользят, как видела? Вот так вот. Всех агарей прогнали. Розовые розы. О-о-о. Аккуратно, Мир, не надо. Вкусно пахнет, понюхать можно. Вкусно. Прекрасные фотографии. Все, молодцы. А, видео уже, да, опять? Конечно. Утятки! Уточка! Давай фотографию. Не, можно тихонечко взять за голову его аккуратно, так, да-да, пальчиками, да. Вообще жара невыносимая сегодня. Прекрасное завершение прогулки, да, Мир? Угу. Вот он где-то у меня. О, чего нет? Ну что ты там, Васян, все? Домуслякиваешь? Все? Можно дальше двигать. Домой? Нагулялись? Да. Наелись? Да. Ну все, слава богу. Что тебе? Страшно смотреть, да? Да ладно, нормально. Прекрасно проходит восстановительный процесс. Расслабляем мышцы спины. Да, Мир? Подъем, любимый, поехали.
не зажимая вверх. Как бы руками помогая немножко отталкиваться, да. Последствия ночных гроз. Так вот бежишь такой по башке, свалится, блин. Последний подъем. Молодец, молодец, терпи. Дыши и работай, кислород нужен. Давай, походи, походи спокойно. Глубокие вдохи, глубокие выдохи. Не глубокие, а полные выдохи. И тело бросает даже вниз, как будто вкладочку. Поясница тоже падай. Попробую. Как самочувствие? Нормально. Сегодня легко бежала? Да. Да? Да. Ну, слава богу. Надеюсь, будем втягиваться. А с нервом зажатым что-нибудь придумаем. Остеопат скоро приедет. Итак, побежали с Мирой, пришли домой, а тут нас уже встречают оркестр. Ну, на чем сейчас сыгранешь? На гармошке. Ну, давай. Ля-л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 я-
Чё себе. Здорово. Молодец. Ну и наконец-то завтрак. Завтрак чемпионов. Что хоть такое-то у вас тут? Желток, что ли? Каша. Это каша с клетчаткой и земляникой. Угу. А клетчатка это мама посушила кожуру вот этих яблок. Ага. И измельчила. И высушила, да, опять? Нет, и получилась клетчатка. Ясно. Ладно, приятного аппетита. С этой ноги больно? Да. Да? Где вот, да, там ягодичная мышца зажимает, да? Чуть выше. Спинку ровную. Не надо, не прогибай ее. Прогиб не делай в спине. Давай как следует. Хорошо? Вот ты сегодня в беге почувствовала, как на спуске бежать? Да. Да? Распределять вес правильно. Вот то же самое. Надо сделать на скольжение. Почувствовать, не бояться положить корпус. Ни голову, ничего. Прям на ребро, прям падать на ребро. И тогда ты будешь уезжать постоянно, будешь сохранять скорость на ребрах. Понятно? Да. Все, давай.
Уже силы кончаются. Нет, не кончаются. Спортсменка Василиска, может тебя в легкую атлетику отдать, а? А? А что танцы? Вообще легкая атлетика, огонь. Сил у тебя, как у лошадки. Ну что, первый круг неплохо, молодцы. Темп хороший. Последние подъемчики у нас тут. Борьба не на жизнь, а на смерть. Сегодня Мира слегка восстановилась, смотрю. Ушуршала. Но Вася, он молодец. Она просто думала, что мы один круг бежим. И первый круг пробежал первый, да? Ну ничего, молодец. Дыши, не ной. Васенка тоже опять включилась. Молодец. Просто доработай. Второе место тоже очень круто. Сегодня, вау. Не каждый раз золото. Молодец. Все очень хорошо. Сегодня обе большие умницы. Все супер просто. Ну что, вспотели немножко-то? Да. Хорошо, да? Ну все, сейчас на тренировки пойдем. Теперь уже на лёд. Да. А ты, Васян? Что будешь делать? Дома. Да? Еще подкачку, да, сделаешь? Ага. Если спросят меня, где взяла. Машину девятку я угнала у всех на виду. Так открыто все обо мне и все. И то, что не имей в виду. Не верну тебя в душу поделиться. И я стала тебя так ждала. Ты будешь той моей хрустальной. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут? А воле рока так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь не вешать нос. Гардемарины, дурна ли жизнь, и хороша единый парус, и душа, единый парус, и душа, судьба и родина, едины, в делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова.
что русский взнос за счастье милых. Не кошелек, а голова, на шпаге свист, и бой картечи, и тьмы осторожная тишина. За долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.